С приближением лета Бобруйск преображается и расцветает на глазах. Середина мая, горячая пора для коммунальных служб. Работа кипит вовсю. На Георгиевском проспекте устанавливают 41 чашу с ампельными пеларгониями, петуньями и гелихризумом. На выезде из города у Фандока также трудятся работники депо. На разделительной полосе, словно стойкие оловянные солдатики, выстраиваются 87 шаровидных туй. На нашем участке озеленения работают лучшие специалисты. Они всегда занимаются подбором новых видов растений, цветов, осуществляют качественный уход за ними. Также у нас работают люди, которые занимаются разработкой новых клумб и планировкой. Новые флористические композиции и современные архитектурные формы, несомненно, порадуют бобруйчан. В планах коммунальщиков посадить 700 тысяч цветов, 4 тысячи деревьев и столько же кустарников, плюс восстановить более 3,5 гектаров газонов. Я очень часто гуляю с малышом и очень рада видеть, как распускаются новые цветы и постоянно появляются новые цветочные композиции в нашем городе. Все достаточно у нас зелено, красиво, ухаживают за цветочками, поэтому наша задача только поддерживать эту красоту. Мы приехали с Минска погостить. Но вообще нам нравится Бобруйск, и здесь очень красиво, клумбы красивые, цветы везде, зелень, деревья, люди добрые. Даже планируем переехать сюда. А появляется все это великолепие на улицах благодаря титаническому труду агрономов, садоводов и работников зеленого строительства. В оранжерее площадью в гектар выращиваются однолетняя цветочная рассада, комнатные растения и насрезку. Всего около 300 видов. Во флористическом раю прекрасно уживаются бегонии, сальвии, цинерарии, ризании, альстромерии, розы, канны, пеларгонии и кактусы. Чтобы вырастить такую красоту для города, нам нужно вложить много очень сил, внимания, любви к этим растениям. Это наши дети. Мы их любим как детей. Рассадой начинают заниматься еще в декабре. Тщательный уход, пикировка, черенкование, подкормка, а после высадка на клумбы. На этом работа не заканчивается. Дары флоры агрономы будут поливать, удобрять и полоть весь сезон. Татьяна Горбач, Станислав Чечерин, Бобруйск 360.